снимаешься? Ну, так, кусочками. Кстати, да. Ну, я вот обычно делаю там 5 минут для Ютуба и 1 минута для Инстаграма. И для Инстаграма я, честно говоря, пересматриваю чаще. То, что доктор прописал. Прямо я люблю. Снегоступы не нужны будут. Пойдете по следу и все будет нормально. Просто идешь налегке и все. И шлем может сдаться. Кумку видишь. Единственное, что может быть выход на это. На какого? А, это ты в уходу идти? Видео. Идем. Куда идем мы с пятачком? Большой большой секрет. Бумажку взял, конечно. Да не, я думаю, вон там кто-то едет. А, он боялся? Кто-то едет? А, очень красиво. Откуда вот? Потому что здесь катиться... Сейчас, нет. И катиться не вот сюда, где мы били, а... Ниже, да? Вот здесь вот. Вась, что ты мудришь? Я что-то прошел.
А, во, это солдат. Я комбат орёт. Разложенный зову комбата, потому что граната белая вата, красная вата, не лечит солдата. Я солдат, я знаю, а это уже было, это уже было. Я скитворец, я знаю, мое дело тропить. Чтобы было куда нам скатиться потом. Между елок, между камней, между курумника. Ты видел записку? Ага. А я вот замер такой, типа иди. Вот единственное, я думал, что мы на этот курумник выйдем, вот туда поднявшись. И так травишься, на курумник выйдем и прям подвинемся. Слышишь, нет, туда. Не, какой ниш? А тут так ниш, товарищи, они дураки, что ли? Они же не будут, ну так. Ну точно не туда, дудка-то туда. Дудка туда. Да. Правее, да? Ну, конечно, нет. Там. По хребту. Мне кажется, даже надо вот там было бы. Да. Я думал, мы доверху залезем, может, пару раз съедем, поднимемся. Ну, потом, кстати, вот это можно пару разочков-то его. То есть раз до следов и еще раз. Озеро Байкал. Собака Загре. А ее видно? Конечно, видно. Ребята, спортсмены. Шарик на этой штуке. На рации. Сейчас надо аккуратненько ее спрятать. Надо взять за привычку, чтобы еще снимать. Вот так прятать. Thank you.
вообще я спустился. Что-то не смог остановиться.